зовут Сергей Столбов. И сегодня я хочу представить вам своего партнера из глубины, но это восходящая звезда и человек, который сегодня строит бизнес, ему это нравится, и он делает все правильно. Это Рафаэль Валеев. Привет, Рафаэль. Здравствуйте. Я вижу, что ты сегодня участвуешь в Москве на Бали, в этом ужине с руководством компании. И я вижу, у тебя на лацкане пиджака появился значок «Founder» и основатель этого бизнеса. Расскажи, как это получилось? Значит, просто компания зашла на рынок и предоставилась возможность взять пакет основателя. Чем я его использовался, сейчас очень много. Но у тебя есть какие-то преимущества перед теми, кто не взял этот пакет? Ну, конечно. Я буду в будущем иметь 2% от годового дохода компании, который каждый год увеличивается больше, чем на раз. Причем это мировой товарооборот. Да. Прикольно. И самое интересное, что ты будешь получать бонусы от параллельных структур. В сетевом бизнесе это, конечно, считается нонсенсом. Но вообще, расскажи, как настроение? Что ты здесь чувствуешь, вот, находясь в этой, так сказать, в этом муравейнике, который сегодня происходит? Я думаю, что это воодушевление. Ну, конечно. Я и в очередной раз убедился, что я правильно сделал когда-то решение, что сейчас компания GMS, которая очень успешно развивается, и очень рад, что я работаю здесь, и что у меня есть такие подборы, даже в качестве вас. Спасибо. А какие ты для себя ставишь цели? Вот как ты видишь себя через месяц, через полгода, через год? Это важные очень вещи. Ну, первоначально суть, конечно, в этом месяце хотел закрыть сапфиром и заработать дополнительно 6 тысяч долларов. Не знаю, как получится лучше, но в любом случае не останавливаюсь на достигнутом объекте. Хорошая цель. Я хочу сказать, что Рафаэль один из тех, вот смотрите, простой парень, ничем особо не отличается, но он выводит на меня постоянно новых людей, он постоянно подключает людей. Где ты берешь людей? Что это за люди, которые идут за тобой в бизнес? Люди – это буквально те люди, которые постоянно, в принципе, встречаются на моем пути. Если раньше, допустим, я как-то этих людей обходил, то сейчас каждый втором человеке, я, во-первых, вижу проблему, которую мы можем решить с нашей компанией. Но, во-вторых, в любом случае, с теми людьми, с которыми я пересекаюсь, я не могу, чтобы не дать им информацию, которая может коренным образом изменить их жизнь. Спасибо. Ну и еще я хочу сказать традиционный вопрос. Рафаэль, ты, поскольку являешься активным человеком, то количество людей, которые пришли за тобой уже сегодня, намного меньше тех людей, которым ты уже рассказал об этом бизнесе. Но они получили твое предложение. Они сегодня наблюдают за движением компании, за тобой. Сделай какое-то пожелание этим людям, вот, которые наблюдают за нами. Мы разместим этот ролик на YouTube. У тебя есть возможность просто им сделать какое-то такое вот эмоциональное послание, пожелание. Ну, на основании своего опыта, прежде всего, что я хочу сказать, это надо слушаться своих вышестоящих спонсоров. Ну, прямо буквально, потому что эти люди, которые уже имеют какой-то опыт, вот в частности, допустим, я беру пример Сергея. И, ну, чтобы избежать каких-то ошибок в будущем. Ну и второе, это, наверное, постоянство, чтобы каждый день делать определенные движения, которые, в конце концов, нас приведут к успеху. Супер. Ну, я так понял, что ты сейчас сделал пожелание тем, кто уже пошел за тобой. Да. А вот кто за тобой наблюдает еще? Передай им, потому что они, в принципе, может, им не хватает еще чуть-чуть. На основании своего тоже опыта я могу сказать, что когда-то я пришел в одну компанию и не работал. Спустя какое-то время я вернулся, и некоторые из ребят уже были миллионеры. А в данное время я хочу просто людям, чтобы они включились, связались с нами, начали этот бизнес, потому что компания только начала развиваться с 1 августа. Есть очень много плюсов, чтобы быстро очень подняться и, ну, добиться больших успехов. Правильно. И я тоже хочу присоединиться к пожеланиям Рафаэля. Действительно, все только начинается, и впереди открытие рынка Европы, Восточной, СНГ и России. Включайтесь, будьте с нами и делайте этот бизнес. А я тебе желаю больших, огромных успехов. Счастливо!